Сегодня весь мир отмечает День театра. Вместе со взрослыми в этом участвуют и дети. В столичном Доме культуры «Ровесник» прошел конкурс любительских театров. Все как у взрослых. Сцена, свет, звук, настоящие костюмы. Формат постановки детский театр выбирали сами. Маленькие актеры играли с удовольствием. Для Златы Унгурян это выступление стало дебютом. Спектакль почти мюзикл. На этот эксперимент постановщики пошли сознательно. Такого мы просто ни разу не видели, чтобы дети именно пели, и решили попробовать. Потому что в основном сказки ставятся в прозе. Интересная новая работа. Перед детьми стояла непростая задача. Мало иметь просто желание играть. Надо еще все запомнить и не перепутать. Большая ответственность для маленьких. За 7 минут они должны показать сказку маленькую, но в полном объеме, чтобы зрителям было понятно, о чем эта сказка, о чем они хотят рассказать. И, во-вторых, так как они работают с партнерами, 5-6 человек, ну, может, больше, то, конечно, взаимодействие с партнерами – это обязательно. Если этого не будет, цельной сказки не будет. В конкурсе участвовали ребята из 6 детских садов столицы. Лучшей признана сказка «Дюймовочка», которую поставили воспитанники детского сада номер 95. Маленькие артисты остались довольны выступлением. Ведь самое главное – не победа, а то, что зрители поверили в сказку.